любителям баскетбола и добро пожаловать на единую лигу ВТБ. Сегодня Калев будет играть против московского ЦСКА. И таким образом ЦСКА недалеко от бонуса. Швед, скидка на баламбой, и будет данк, естественно. Джейкуан Льюис ушел от Лунберга, да еще и с фолом. Шенгелия получил, теперь на Кеннета Фарида, и его не остановить. Кеннет Фарид колодит сверху. Передачу Дэвиону Берри. 5 секунд на бросок. Но Дэвиону Берри столько и много не надо. Ему достаточно 2 секунд. Мяч получил. Бросил 3 и забил. Парит против него. Витол сделал все-таки скидку. И тут Торника Шенгелия. Развивать позиционное нападение. Шенгелия уже на дуге, но перехват совершает. Или это блокшот? Это все-таки блокшот от Шенгелия. Перехват был, но... Герой эпизода именно грузинский форвард ЦСКА. Грегор Хермен промахнулся, но подбор в нападении. Выигрывают хозяева, и Сайлас Мэлсон. Это нападение сейчас попытается немного освежить. Сайлас Мэлсон. 3 неточный подбор за Рауну Нурген. Только лишь штрафные значительно лучше у Калева. Сиринч со средней попадает за 57 секунд до конца. И на этом все. Калев одерживает первую домашнюю победу в сезоне.